Ми почули, що містяни скаржаться, зокрема, на погані дороги. Поясніть, чому їх не було відремонтовано? Може, через нестачу коштів? По сюжету річ йде про дорогах, які з'єднують город Біляївку і Теплодар. Город Теплодар, город Біляївку і село Троїцьке, Яске, Градоніце в тому направлении. Сьогодні ці дороги не комунальної собственності, і розуміє сьогодні серйозність проблеми, вообще зв'язаної з виконанням не тільки наших місцевих бюджетів, але наверняка і государственного бюджету при тих проблемах, які є сьогодні з дорогами по всій Україні. Наверняка ще не дійшли руки для. Хоча я знаю о том, що є проект. Выделены деньги, и в недалеком будущем будут отремонтированы эти дороги, о которых и шла речь. Что касается самого города Беляевки и населенных пунктов наших, Повстанческая майора, ну, мы ежегодно вкладываем больше 3 миллионов, ну, понимая, конечно, на возможности нашего бюджета в это направление. Это тротуары, дороги. Конечно, все сразу отремонтировать очень сложно, но постепенно отремонтируем большую часть сегодня центральной нашей части города. Мы потихоньку переходим на, скажем так, на периферийные улицы города. Да, это сложно. Сегодня очень затратная финансово эта работа, очень затратна. Ищем дополнительные деньги еще и в других бюджетах, в государственном. Спасибо, вот в этом году за счет областного бюджета у нас будут начаты ремонты центральной улицы, там, где еще не отремонтированы. А какую дорогу, до речи, останнюю ремонтували? Ну, если говорить о Беляевке, так, то, если говорить о Беляевке, то это вот, последняя была, объемы были выполнены 4 миллиона, это было отремонтирована дорога возле больницы, там не просто отремонтировано, там было сделано и водоотведение, то есть там были построены и стоянки для автомобилей, потому что мы понимаем, к центральной районной больнице приезжает почти весь район, то есть там очень такое оживленное место, туда построены и тротуары, туда построена и дорога, и благоустроена территория возле центральной районной больницы. Сейчас мы объявили тендер на 14 миллионов на полную реконструкцию наших центральных, одной из центральных улиц, это улица Костина, там предусмотрены работы и по вот водоотведению, и по строительству новых тротуарных дорожек, ну, полный объем работ. И дальше будем продолжать наращивать объемы работ на наших улицах, ну, отдаленных от центра.